raging storm into the sun. The restless god sings, my child, at the rise of a new mythology. Such a sweet symphony, and its prelude shall begin with thee. Пожалуйста, расслабься. В конце концов, ты здесь, поскольку тебя избрали. Это испытание покажет, сможешь ли ты овладеть божественным оружием и присоединиться к пожирателям богов. Пусть слово «испытание» тебя не пугает. Уверяю, бояться нечего. Богу, не знающему покоя, уже известно о тебе все. Желаю удачи. Несовместимость? Нет-нет, присмотрись. В точности, как ты после своего крещения, Джулиус. Поздравляю! Ты взлетаешь там, где другие упали. Теперь ты – пожиратель богов. Скоро сила, которая течет в твоих жилах, проснется. Ты станешь частью нашего элитного подотряда «Кровь». «Кровь» – мои избранные солдаты, которые превзошли всех прочих. Они начнут новую эру в истории человечества. Пока отдыхай. Тебе понадобятся все твои силы. Буду ждать твоих успехов. Здорово, друзья! С вами Терминатор Топ Геймер. Мы начинаем проходить God Eater 2. Прошло примерно почти год с того момента, когда я прошел первую часть. Если вы играли или там хотя бы смотрели пару видосов, могли заметить то, что персонаж у меня прям копия предыдущего персонажа. Это, короче, будет его брат-близнец. Тот был Терминатор Т-800, это Терминатор Топ Геймер. Ну что, давайте начинаем, короче. У меня там почта вон пришла. А почту... Здесь, да? Терминал. Давайте посмотрим почту. База данных. Отвали. Это все, короче, люди. Терми. Член Фрей с 2074 года. Это я. Пиар-отдел Фенрира.
Предметы и пули, необходимые для выполнения заданий, можно купить в торговом автомате в холле. Без целебных таблеток, которые спасают от смерти в бою, будет очень трудно. Поэтому перед началом каждого задания проверяйте, чтобы они всегда были у вас при себе. Время от времени проверяйте почтовый ящик, чтобы получать информацию о самых новых товарах. Ну что? События данной игры разворачиваются с того момента, когда закончилась первая часть, и уже прошло 3 года, и вот мы здесь. Поговорим теперь с Фран. Поздравляю! Теперь вы полноценный пожиратель богов и боец отряда Кровь. Я Фран, ваш оператор. Теперь, когда проверка пройдена, вам предоставлен доступ к базе данных. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам освоиться в роли нового бойца Крови. Кто такие пожиратели богов? Пожиратели богов – единственные, кто может отдать отпор Арагами, угрожающим всему человечеству. Скоро вы будете сражаться плечом к плечу с ними. Удачи вам! Что такое кровь? Это пожиратели богов, совместимые с особыми селективными факторами, и поэтому лучшие из лучших. Если хотите узнать больше, найдите соответствующую запись в базе данных. Воспользуйтесь терминалом. Ну ладно, что такое база данных, мы спрашивать не будем. Вы не можете отправиться на задание, пока ваш селективный фактор не прижился. Пока что осмотритесь здесь. Может, хотите отдохнуть в саду? Если не знаете, что делать, обращайтесь ко мне. Так, она так намекнула, что нам надо идти в сад. Торговый автомат. Архивы. Это кто? Сотрудник Фрей. Ладно, поехали в сад. Еще есть верхний уровень. Похоже, тебя можно поздравить с прохождением теста на совместимость. Рад, что у тебя получилось. Можешь присесть. Это самое спокойное место на Фрейе. Я прихожу сюда в свободное время подумать. Тут очень хорошо. Да, здесь в самом деле красиво. Прошу прощения, я не представился. Меня зовут Джулиус Висконти. Я капитан спецотряда Кровь, к которому ты скоро присоединишься. Не смущайся, пожалуйста. Я буду рад с тобой работать. Что ж, мне пора по делам. Когда отдохнешь, не стесняйся. Пройдись по Фрейе. Не сомневаюсь, мы скоро встретимся снова. Конечно, встретимся, ты мой капитан. Мы с тобой задание будем вместе выполнять. Интересно, а мой персонаж опять? Молчун. Может, хоть в этом... В этой части он побольше фраз скажет, чем в первой? В первой он там вообще 1 или 2 фразы всего сказал за всю игру. Так, нам надо к оператору. Девушка, мне, пожалуйста, бутербродик. Может, хотите отдохнуть в саду? Если не знаете, что делать, обращайтесь ко мне. Первая миссия у нас – обучающая тренировка 1. Все, кто прошел тест на совместимость, обязаны посетить обучающую тренировку. Здесь они узнают основы управления божественным оружием и отрабатывают удары на манекене. Этот курс необходимо пройти перед выполнением настоящих заданий. Без проблем пройдем. Ворота логова находятся за терминалом справа от вас. Будьте осторожнее. Хорошо, я буду. Так, вот нам здесь выход. Все, погнали. Одна из главных задач в бою – понять, где именно ты действуешь.
Оглядись вокруг. Посмотрим. Неплохо. А теперь смотри вперед. Окей, готово. Отлично. У тебя достаточно острое зрение. Теперь займемся перемещениями. Ой, я даже бегать умею. Классно. Вон там, наверху, две платформы. Заберись на них, пожалуйста. Иногда контроль над высотой может превратить поражение в победу. Я залез. Не забывай о выносливости. Если задохнешься во время боя, это конец. Давай немного разогреемся. Побегай немного. Типа мне надо побегать, чтобы у меня полностью вся выносливость закончилась. Но я это могу. Я же Усейн Болт. Все, готово. Великолепно. Хорошо себя чувствуешь. А теперь о главном занятии Пожирателя Богов. О бое. Это божественное оружие. Единственный инструмент, который может причинить вред Арагами. Вон там ты увидишь манекены. Испытай на них свой клинок. Сразись с ними. Божественное оружие — это не только клинок. Из него еще можно стрелять. Измени форму своего оружия и стреляй по симулякру. При стрельбе оружие расходует силу Оракула. Следи за тем, чтобы у тебя не закончились силы. Это самое основное. А теперь используй все эти знания, уничтожая вот этих Арагами. Когда пройдешь курс обучения, присоединишься к отряду Кровь и примешь участие в настоящем бою. Еее, миссия выполнена. Изи просто. Я уже хочу в настоящий бой. Не хочу эти тренировки проходить. Беспонтовые, я и так все знаю, первую часть прошел. Привет! Слышала, у тебя сегодня все прошло супер круто? Тебя же только-только взяли, да? В этот, отряд Кровь. Ну, ты понимаешь. Я Нана Кадзуки, кадет второго класса. Я тоже новобранец. Очень рада познакомиться. Как тренировка? Она прошла, но не то чтобы очень хорошо. А твоя? Просто великолепно. Ого, круто! Ты, наверное, будешь лучше всех в классе. Но не беспокойся, я очень скоро тебя догоню. К слову, в знак нашей дружбы... Та-дам! Бутербродик. Приготовлен мной по секретному маминому рецепту. Лучший из всех бутербродов. Попробуй. Уверена, тебе понравится. Ой, тренировка же вот-вот начнется. Чуть не забыла. От бутербродов, как видишь, бывает не только польза. Прости, я побегу. До встречи. О, кстати, я буду ругаться, если не доешь. Приятного аппетита. Какая-то странная девка, которая любит бутеры хавать. И худая, кстати. Это еще что за мужик? Дамиан. В прошлый раз, кажется, все отлично получилось. Как будете готовы тренироваться, приходите. Я уже готов. Опять тренировка, обучающая тренировка 2. Погнали. Теперь пройдите к воротам логова. Они справа. Без проблем, я уже знаю, где выход. Давай все быстро повторим, ладно? Сначала проверим твой уровень. Убей этого врага, но знай, он сильнее предыдущего. Когда не можешь уклониться от атаки Арагами, открой свой щит. Он нейтрализует урон.
Агрохвост вонючий, с кем связываешься? Стоять! Ой, я его уронил. Черт, что-то я такой слабак, не могу даже Агрохвоста победить. Всегда заботься о себе. Если тебя убьют, то никакое лечение тебе уже не поможет. Какой у меня щит? Кстати, черно-серебряный, красивый. Здорово. Однако на лечение нужно время. Лучший способ его выиграть — применить светошумовые гранаты. А теперь снова сразись с этими рогами. Да без проблем. А, ты что творишь, гадина? У твоего божественного оружия есть уникальное свойство. Оно может пожирать врагов и поглощать их силу оракула. При этом часть силы врагов передается тебе. Если появился шанс, используй пожирание, затем войди в состояние всплеска и убей прочих рогами. Не бей меня! О, как я увернулся, это здорово! Прощай! Пожирание побежденного врага позволяет получить больше ценных материалов. Они нужны, чтобы улучшать снаряжение. Метод грубый, но все равно. Собирай все, что сможешь. Ты также можешь собирать все, что выпадает во время сражения. Мы разместили немного материалов здесь, на полигоне. Потренируйся, разыщи их. Завершение тренировки 20 секунд. А я еще ничего не нашел. Или я просто, видимо, уже собрал эти вещи, там две штуки я взял какие-то. Я пожиратель богов простой, вижу материал, сразу беру его. Две штуки я взял, остального больше вроде нету. На этом обучение завершено. Теперь ты можешь вступить в наш отряд Кровь. О, отлично. Всякие беспонтовые задания наконец-то закончились. Я могу нормально подраться. А? А я никогда вас тут раньше не видел. Здравствуйте. А, вы те самые новобранцы, о которых все говорят. Так точно. Мы очень рады возможности сражаться с вами. С вами? Мне нравится, как это звучит. Меня зовут Ромео. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. На все отвечу. Но одно могу сказать сразу. Кровь. Это серьезно. Будьте готовы выкладываться по полной. Что такое кровь? Хороший вопрос. Так вот, значит... Кровь? Но у некоторых бойцов есть сила крови. И когда она пробуждается, у них появляются крутые способности. Наш капитан в этом особенно хорош. Вот выходит он сражаться с рогами, так? И сразу бам! Хрясь! Бабах! От них мокрого места не остается. Вот это да! А расскажите нам о ваших способностях, Ромео. Пожалуйста. Эй, ты чего? Ну и вопросы. Способности так просто не даются. У каждого по-разному. О, знаю. Поговорите-ка вы с доктором Рэйчел. В конце концов, это она создала отряд Кровь. Ну, увидимся. Больше вопросов нельзя задавать? Может, я спросила что-то не то? Походу, мой гер не мой.
Так, давайте-ка посмотрим. Я только что был с мечом, но в душе я копейщик. Один нахер. Нож Курагана. Я хочу копье Курагана. Бластер я оставлю. Щит. Осадный щит. Тарч. О, вот такой я буду со здоровым ходить. Внешний вид, кстати, я хочу еще поменять. Неплохая такая штука. Вот это, кстати, я бы такую, наверное, поносил. О, вот это с плащом прикольное. А штаны? Вот эти джинсы топовые. Для нормальных пацанов. Чё там, база данных? Опять почта приходит. Ни хрена они здесь понаписали. Нана Кадзуки. Для меня стало таким облегчением, что кто-то присоединился к отряду вместе со мной. Давай приложим все наши силы. Если хочешь, могу поделиться с тобой бутербродом. Это Джулиус Висконти. Я не привык писать подобные письма, поэтому скажу вкратце. Давай постараемся на славу. И Ромео Леони. Добро пожаловать в кровь. Хорошо, что нам обо всем удалось поговорить. Если у тебя появятся вопросы, можешь задавать их мне. Давай постараемся получить от этого дела как можно больше удовольствия. Увидимся. Без проблем, увидимся. Так. Ну, собственно, я переоделся. И копье поменял. Теперь я просто батя-копейщик. Так, вот она стоит. Которая бутерброды любит. Нана, здорово. Эй, слушай. Ромео мне такое рассказал. Оказывается, он и капитан Джулиус из того же приюта, что и я. Круто, да? Капитан Джулиус. Я с ним еще не встречалась. Но мне столько про него рассказывали. Он был лучшим из лучших. Я буду работать с такими одаренными людьми. До сих пор поверить не могу. Круто. Не моги, а я могу. Это что за мужик вообще? Сегодняшний урок посвящен клинкам. Если у тебя есть ко мне вопросы, я всегда рад ответить. Не хочу я ни про какие клинки спрашивать. Я всегда готов ответить на твои вопросы. Ближний бой очень важен. Освой его поскорее. Да ты хоть знаешь, кто я такой? А, это ты? Появились какие-то вопросы? Вот это я называю усердием. Ну я готов, спрашивай. Расскажи о силе крови. Ох, это сложный вопрос, но... Это особая способность бойцов крови. Это как-то связано с селективным фактором, который важен для крови. Короче, спроси у доктора Рэйчел. Что за человек, доктор Рэйчел? Благодаря ее исследованиям, на свет стали появляться пожиратели богов нового типа. Это она основала отряд Кровь. А еще она управляет огромным приютом под названием Компас Магнолии. Мы с Джулиусом как раз там выросли. Но встретились мы с ним только здесь. Разве это не удивительно? Ну, Джулиус ведь был знаменитостью, лучшим учеником. Только не говори ему, что я так сказал. Конечно, если будут вопросы, смело задавай, на все отвечу. Счастливого пути. Так, ну что, друзья. Это была вступительная серия. Мы познакомились с нашим персонажем. С нашими новобранцами. Точнее, с одной. Мы вот вдвоем с ней два новобранца. Увидели нашего капитана Джулиуса. Хотя капитан Линда мне как-то больше нравился в первой части. Ну вот и на этом... Закончим и продолжим уже в следующей серии. С вами был Терминатор. Можете подписаться на канал, если хотите. И поставить лайкос. Всем спасибо за просмотр. Удачи и до свидания.